Консультативное заключение по МРТ малого таза пациента в возрасте 31 года. Дата исследования 14 сентября 2018 года. При МРТ малого таза в аксиальной, сагитальной и корональной проекциях получено изображение структур малого таза по Т1 и Т2В и диффузии, а также динамическое контрастирование. Мочевой пузырь умеренно наполнен, содержимое соответствует жидкости, стенки не утолщена, в просвете пузыря патологические образования не выявлены. Предстательная железа не увеличена 22 на 14 на 30 мм. Зоны четко разграничиваются без узлов. Структура железы неоднородная, в структуре железы определяются точечные очаги потери сигнала, соответствующие кальцинатам и микрокистам. Оценка по шкале ПИРАЦ для Т2В – единица для центральной и единица для транзисторной зоны. Железа симметрична. ДВИ-сигнал периферической транзисторной зоны не изменен. Градация 1. Накопление контрастного вещества неравномерное без очаговости. Семенные пузырьки дифференцируются, отчетливо кистозно изменены. Паропростатическая, паравезикальная, параректальная клетчатка не изменена. Увеличены лимфатические узлы и свободная жидкость в полости малого таза не выявлены. Деструктивные изменения в видимых костях таза не определяются. Таким образом, убедительных данных за опухолевое поражение не имеется. Градация ПИРАЦ версия 2 – двойка. Хронический простатит. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.